Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». В этом обзоре речь пойдет о кухонном комбайне Zygmunt Ishtein ZKM996 Deluxe. Ссылки с актуальными ценами на эту модель вы найдете в описании. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, а также включайте колокольчик, чтобы оставаться в курсе новинок мира техники. В комментариях задавайте вопросы, а также пишите свое мнение о данном комбайне. Несмотря на свою многофункциональность, прибор имеет довольно компактные размеры. Материал корпуса ABS-пластик, окрашенный в бежевый цвет. По внешнему виду устройство напоминает планетарный миксер, сверху которого крепится блендер, а сбоку – мясорубка. На правой части кухонного комбайна можно увидеть барабан регулировки скоростей и рычаг для откидывания верхней части планетарного миксера. Этот кухонный комбайн – многофункциональный прибор, призванный максимально облегчить приготовление кулинарной выпечки. Мощность устройства достигает 1200 Вт, что позволяет максимально быстро и эффективно справляться с поставленными перед ним задачами. Модель укомплектована чашей, вместительность которой составляет 5 литров. Насадки вращаются вокруг своей оси, а также по всему периметру чаши по планетарной траектории, полностью собирая со дна и стенок все ингредиенты, что обеспечивает их тщательное смешивание и качественное взбивание. С этой кухонной машиной вы будете радовать близких изумительной выпечкой и любимыми домашними блюдами, а также наслаждаться легкостью и свободой приготовления. С помощью стационарного блендера можно быстро и легко взбить, смешать любые продукты, приготовить молочные коктейли, смузи и многое другое, а компактная мясорубка позволит быстро и качественно перекрутить мясо, приготовить котлеты, пельмени и голубцы. Планетарный тип движения насадок – это идеальная консистенция блюда и превосходный результат. Насадки вращаются вокруг своей оси, а также по всему периметру чаши, по планетарной траектории, полностью собирая со дна и стенок все ингредиенты, что обеспечивает их тщательное смешивание и качественное взбивание. В комплекте идут три насадки для замешивания всех видов теста, взбивания крема и жидких смесей, смешивания ингредиентов. Блендер измельчает, взбивает, готовит коктейли, смузи, соусы, супы, пюре, а также блюда детского питания. За считанные секунды доводит их до нежнейшего пюреобразного состояния. Компактная мясорубка позволяет быстро и качественно перекрутить мясо, приготовить котлеты, пельмени, голубцы и прочее. В комплекте идут две насадки для приготовления колбас, сосисок и сарделек. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и нашел только несколько положительных. Благородный шикарный цвет. Удивили насадки для колбасок. Стеклянная чаша блендера. Ножи выглядят внушительно. Напоминаю, ссылки с актуальными ценами находятся в описании. Я очень старался, подготавливая этот обзор, и надеюсь, вы оцените его лайком и подпишитесь на наш канал. Чтобы получать уведомления о выходе новых видео, рекомендую включить колокольчик. А если вы уже стали владельцем такого комбайна, то поделитесь своим впечатлением от его использования в комментариях. До скорых встреч в новых обзорах!